Автомобильный холодильник итальянской компании Indelbi, модель TB74. Пользуется популярностью у охотников и рыбаков, так как внутреннее пространство выполнено в виде одной большой камеры, что позволяет размещать довольно крупные продукты, рыбу или дичь. Также существует идентичная по размерам модель TB65, которая имеет две отдельные камеры и два дисплея. В этой модели можно устанавливать разную температуру в разных камерах. В обеих моделях установлен надежный и экономичный компрессор SECOP. Полезный объем у них 60 и 71 литр соответственно. Питание от прикуривателя 12 или 24 вольта. Или от обычной розетки 220 вольт. Имеет толстую теплоизоляцию и способна работать в условиях сильной жары, создавая температуру внутри до минус 18 градусов. Простая и удобная панель управления, на которой можно установить температуру. Экономичный или интенсивный режим работы компрессора. Уровень защиты от разрядки аккумулятора. Снаружи корпус покрыт листовой сталью. Внутреннее освещение. По бокам установлены ручки для переноски, а углы защищены пластиковыми накладками. На обоих моделях установлена система защиты аккумулятора автомобиля от полной разрядки. Испаритель защищен алюминиевой поверхностью, что предотвращает его случайные повреждения во время движения. Отлично работает в условиях постоянной тряски и выдерживает наклоны до 30 градусов. Несмотря на свои размеры, потребляют мало электроэнергии. Гарантия на автохолодильник 3 года.